Дежурную часть Голицынского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратился 28-летний житель с заявлением о том, что неизвестный похитил его велосипед с лестничной площадки многоквартирного дома. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Наро-Фоминского городского округа, который дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.